И снова всем здравствуйте. Опять залез я на гору. Тут вот болото хотел пройти. Там яма какая-то с водой стоит. Вот так вот я сегодня залез. Ну чё. Пойду вот сюда вот вправо. Смородина. Так, посмотрим, есть, нету. Смородина есть. Ну, мелкая. Вон там мелкая-мелкая. Я ее наберу маленечко. Вон такая черненькая. И стрескаю ее. Ну-ка, на этом кусте. Ну, мелочь пузатая. Так. Тут уже кто-то лазил. Тут малины. Вон сколько. Опять. Малину уже я не беру. Я ее собираю только, чтобы покушать. Вот так вот у меня домик появился. Все, с крыши съехала. Со снегом, наверное, вместе. Толь, рубероид или что-то непонятно. По-моему, тут это шахтовый какой-то этот. Брезент. Не брезент он. Оббито он все. ДВ-пушечками маленькими. Это что такое? Непонятная судьба. Железяка. Металлолом. Плохо собирают. Фух. Сегодня там металлистов встретил с миноискателем. Ходил. Походил с ними немножко. Он выколупал. Из-под земли выковырил. Две или три проволоки. И пошел дальше куда-то. Вот его куда надо. Пусть бы жесть обдирал. Фух. Вот это сейчас поем малинки. Поклюю чуть-чуть ее. Люблю, когда малина на деревьях растет. Ну ее. Ну как, ну ее, вон еще. А тут что, у меня что-то проваливается под ногами. Фух. Тут что за ямище? Понятно, что тут было. Ров какой-то.
и идет туда вверх. Может быть, там родник был. Ух ты, какая ерга большущая. Да крупная. Так. Не, я туда не спущусь. Глубина метра, ну, два, наверное. Ров такой. Я сейчас вон там подлезу. Да. Тут вообще ямище какая. Захлебнешься, не вылезешь. Зато я до ерги добрался. Смотрите, раненая. Малиновым. Виктория, ну-ка. Нашел. Это земляника. Фу. Тут еще дома есть. О, какой домик с балконом. Или это крыльцо такое? Это крылечко. Такое крыльцо. Жестью забито окно. Это последняя надежда была, чтоб ничего не раздолбили. Не только раздолбили, тут все вынесли. Походу дорога, что ли? Сейчас посмотрим. Здесь то же самое. Навесик небольшой. Без будылок никуда. Ну-ка вот это. Ну точно. Из-под шампанского. Покопаться из-под молока по ней можно будет найти.
это дорога по-любому. Вот по ней я и пойду сейчас. Только куда? Вверх или вниз не спуститься? И вверх охота, и вниз охота. Рябинище какая толстая, прям хорошая такая рябинка. Ну конечно, это гальюн, он уже не открывается. И проволока, прищепка Советского Союза, тросик. Белье вешать. Малина, смотри, какая ядреная. Эх, малиночка, иди-ка сюда. Вот не хочу я ее, а придется слопать. Фу, иди отсюда. Я его даже рвать не буду. Сейчас с земли. Вот какой. Большое. От противогаза. Куда вылез? В деревню должен вылезти. Вон какая яблочко. И вообще здесь отлично прям. А тут душой и телом отдыхать. Да, вот это яблочко сейчас я попробую. Конечно, вот это я попробую сейчас. Посижу здесь пару минут. Такое ощущение, что здесь косят или косили.
Яблоко вкусное, не кислое, не сладкое. А это большое, оно кислое будет. Я набрал немножко. Яблоки, слива. Ой, слива. Вишня. Что, пробую? Кстати, смотрите, железа в нем много. Поздние яблоки. Надо за ними в октябре прийти. Ну, их здесь не будет уже. Тогда они будут вкусные. Все. Кисля. Вот это хорошее. Вот эти хорошенькие. Маленькие. Тут много валяется. Покушать хватит. Вот она. Смотрите, какое яблочко. Ну все, мне хватит пару штук. А не, еще вот эту желтенькую возьму. Ха-ха, ее кто-то подточил. Я червячок подточил, значит оно вкусное. Сейчас мы его и попробуем. А тут вишню он как обобрали хорошо. Сетка арабиса. Так, ладно. Поднимусь сейчас вверх, посмотрю, что там есть. И придумаю что-нибудь. Что в голову придет, то и туда и пойдем. А пока я яблочки мечу, пока они вкусные. Не та. Не та. Не та. Вот это та. Брусок. Хороший брусок. Кто веселился? Собаки, что ли? Ну, скорее всего. Тут такое ощущение, что костер, что ли, жгли. Или копали. Непонятно. Ну, а тут, я не знаю, тут, по-моему, точно вкошено. Подкошено. Вон вишни наверху есть. Я их не буду собирать. Я себе набрал чуть-чуть похряпать. Да. Липа. Рябинка, березка. Смотрите, как красиво.
какая она тут крупная была. Маленько мне досталось. Ну, попробовать закину сейчас горсточку. А тут ее и будет горсточка. Все, хорош. Веночки. Эй, вылазьте, кто там? Все, улетело. Кусают помаленьку вот эти вот маленькие пчелки. Земляные они или какие. Еще раз липы. А здесь хрю-хрю-хрю. Кому яблок? Приходите, смотрите, сколько яблок. Не ленитесь. Люди, кому яблоки? Бесплатно. О, ерги-то сколько. Пойду-ка я ее подъем маленечко. Да, крупная. Смотри, сколько ерги. А я там в какую-то яму хотел, блядь, залезть. Когда тут вот есть. Да, я не сказал, что сильно крупная. Но все равно ягода. Набрать маленько, что ли? Надо набирать, потом не будет. Потом люди придут и все стрескают. А я маленько наберу. Чуть-чуть. В отдельную посудину. Веревочкой подтянул веточку, привязал ее к соседней. Удобнее двумя руками брать. Ну вот, пошлялся. Пойдем дальше. Мимоза расцветает. Ну что, черемаха, ты как у нас нынче в этом году? Не отрывается еще. Еще зеленая, но уже черная. Ну, мы ее попробуем. Здравствуйте, люди добрые. Здравствуйте. Как урожай? А так какой? Есть что брать, да? Ну есть. Ну что, грибов не смотрели? Грибов не видно. Яблочки есть много. Ну, мы тоже там прошли, там внизу, правда. Кислые, не сладкие.
Одно дерево сладенькое было. Смотри, какое. Вот, да, вот такие. Держи. Хорошие. Держи. Там целая яблоня большая. Да, там. Да. Ну, там вверху нашел. Ну, я их это... Нет, не там, вон там. Вот, да, где машина. Ага. Вот там где-то. Пойду ниже. Что-то с вишней сделалось в этом году. Она, все черные кусты, это вишня. Она замерзла, что ли. Что-то непонятно, что с ней сделалось. А вот груши. Каждый подойдет и сорвет по одной. Попробовать. Что ее пробовать? Рвать толку-то. Внизу, смотри, там валяются. Кисляк по-любому. Сейчас найдем где-нибудь. Может быть. Не, ее даже можно не трогать. А вот яблонька тоже засохла. Почему она засохла? А это что у нас? Это тоже груша, по-моему. Да, это груша. Что, на полу нету, что ли? Ну, вот они же лежат. Бери, пробуй, сколько влезет. Вот они. Хорошая яблочко только валяется, и все. Че его рвать? Невозможно кушать. Даже драть не буду. И пробовать не буду. Что я попробую? Тоже кустище ерги. Фух. Там вон сливу вижу. Труба. Где гарантия, что тут? Фу, в траве. Нет вот такого же. Это что такое? Ни хера себе. Тут шланг. Гофрированный такой. Здоровый. Сантехнический. Ё-моё. Это что может быть? Кончился шланг. Вон какой. О, он порезанный, малеха. Блядь.
Ну вот и глубина. Так, назад я пошел потихоньку. По этому же шлангу. Ё-моё, я ревень нашел. Посмотрите, сколько его много здесь. Медали. Разве ж я пройду мимо? Конечно, нет. Ревневое варенье. Мамина любимая. Капроновое варенье мы его звали. Старый добрый ревень. Кисло. Ну все. Сейчас еще листиков возьму, молоденьких, более-менее. На борщишко. А что вот этот возьму и вот этих хватит мне. И вот этот возьму. Все, хоре-море. Борщ будет. Вот сколько ревня. Фух. Ой, упал куда-то. А тут что такое? Переход. О, ящерка черная. Как смоль прям удрала. Ну вот. Пожалуйста, дорога. О, еще ящерка. Тут ящерок много. На, пососи. Что это такое? Ревень. А? Что, не знаешь, что такое ревень? Не, на рыбалку? Не, я лазил по горе, полазил маленько. Яблоки? Ну, падалику собирал. А не, он что-то пошли малину смотреть. Есть малину, надо искать. Я набрался уже не всего. Не знаю, проеду туда, нет? Ну? Да проеду туда, по этой дороге. Нет? Ну, маленько проедешь. Сейчас догоню их. Спасибо. Пожалуйста.
Такая прогулка у нас сегодня получилась, ребята, небольшая. По этой горе, по дачам заброшенным. Маленько набрал вишни, яблочек чуть-чуть. Так, короче, прогулялся. Все, всем спасибо, до свидания. Вот она. Вот обязательно надо было увидеть. Шнурок развязался тогда, когда я уже рюкзак напялил на себя. Ну ладно, невелика беда. Очки потерял.